Кафе на дереве. Привет! Сегодня в кафе на дереве мы играем в прятки. 1, 2, 3, 4, 5. Я иду искать. Ау! Лёва! Может быть, он забрался в гриль? Нет. Нашли! Ага! Вы бы меня не нашли, просто телефон зазвонил. Интересно, кто же это? Алло? Привет, Фёдор! Маша! Команда щадящего патруля решила устроить пикник. О, я могу разжечь костер. А я приготовлю сосиски, грибы, лук и бургеры. Я все это поджарю. Будет очень вкусно! Супер! Ждем вас! Федя, чтобы доставить все продукты на место пикника, нужна большая машина. Пойду выберу именно такую. Федя, подожди! Я помогу тебе выбрать машину! Ух ты! Взгляни! Как много всего! Машина хот-дог! Нет, это не бери! Посмотри, какие маленькие колеса! А придется ехать по лужайке! Точно! Вот у Лёвы отличные колеса! Ты проедешь везде! Щекотно! Поставь меня на стол! А как насчет вот этого фургона? Федя, это же дом на колесах! Там половину фургона занимают кровати! Тогда вот лучший вариант! Большие колеса и много места! А еще большой и пустой бензобак, похоже. Хорошо, что рядом есть заправочная станция. Готово! Кафе на дереве. Все продукты готовы. Грибы, сосиски, картофель, салат и бургеры. А вот и мы! Хорошо, что ты нашел такой большой фургон. У меня и еды много, и посуду еще нужно собрать. Не терпится все это попробовать. Сначала нужно будет разжечь костер. Можно отправляться. Сюда нужно засыпать уголь. Этим займусь я.
Ой, как вкусно пахнет! Подожди, крепыш! Их нужно сначала поджарить. Сейчас кому-то будет очень вкусно. Один, два, три. Три салфетки для трех щенят. И три тарелки. Для крепыша. Скай. И Маршала. Полезный свежий салат. И сытный обед! Подай сеновик жареный! Сосиска очень вкусная! А для Маршала бургер с картошкой! Великолепно! А мне можно лимонада? Конечно! Приятного аппетита! А мне понравилось выезжать на природу. Ты тоже можешь устроить пикник или поиграть в кафе на дереве дома. Увидимся в следующий раз. Пока!